Всем привет! 323 серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 23 мая. Если вы ждете новые серии, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Благодаря Дилан и ее внимательности все узнали, что маленькому Мирану грозила реальная опасность. А когда сама Дилан узнала, что ей не показалось, что в детскую комнату приходил незнакомец, и это было на самом деле, она впала в истерику и начала рвать мягкие игрушки, потому что поняла, что их брал руками злодей. Азаде сильно переживает за психическое состояние Дилан. Абаран пытается скрыть от нее некоторую информацию про Шаира. Но Дилан ради сына готова на все. Она нашла пистолет и пошла к Шаиру, чтобы лично, глядя ему в глаза, задать вопрос, кто и с какой целью заходил в детскую и что им нужно от ее сына. Баран пытался уберечь ее от этой встречи, но не смог. Дилан его опередила. В данный момент Дилан находится в постоянном стрессе, и у нее уже нет сил все это терпеть. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.